Машины встали, работы тоже. Коммунальщики не могут очищать дороги из-за припаркованных автомобилей. Препятствия в работе создают те, кто оставляет свои авто, игнорируя запрещающие знаки. Чтобы сделать свою работу, сотрудники дорожного хозяйства призывают на помощь ГИБДД. В Сыктывкаре только за прошлую неделю несколько автомобилей эвакуировали на штрафстоянку с улиц Свободы и Осипенко. За несоблюдение правил и знаков автовладельцам грозит административная ответственность. Если водитель осуществляет остановку либо стоянку в зоне запрещающих знаков, то в отношении водителей предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 1500 рублей. Если водитель либо собственник не могут убрать данную автомашину, либо не отвечают на телефон дежурной части ГИБДД, то предусмотрена эвакуация транспортных средств, и машина эвакуируется на штрафную стоянку. Чтобы забрать машину, ему необходимо сначала приехать в ГАИ и получить справку